Здравствуйте, подпишитесь на канал, ставьте лайк, чтобы включить оплату в интернете. Нажимаем на мой банк и нажимаем, заходим в платежная карта. Если у вас несколько карт, выбираем, которые вам необходимы. Так вот, нажимаем вот настройки. И у нас вот оплата в интернете у меня включено. Вот если будет вот так стоять, вы должны включить вот все. Обращайте внимание на лимиты. То есть у меня интернет включена вот до 1 апреля сейчас. Да, до следующего месяца 500 тысяч. Если вы хотите купить в интернете на 600 тысяч, общий оборот более 500 тысяч нельзя. Вот, можете изменить. Безлимит поставить и сохранить. Лучше изменить. На свой страх я вообще 5000 сделаю и нажимаю сохранить. Все, я на свою безопасность, то есть оплату в интернет 5000 сделал. Изменил.